Краткое содержание романа Вальтера Скотта «Айвенго». Английский король Ричард Львиное Сердце оказывается в плену. Этим решает воспользоваться его брат, подлый принц Джон. Он ловко разжигает старую ненависть между норманами и саксами, чтобы заполучить власть в свои руки. Одним из верных подданных короля Ричарда является лорд Седрик Ротервудский. Для укрепления своего влияния он намерен женить воспитанницу леди Равену на знатном вельможе. Однако сердце девушки уже принадлежит сыну лорда Седрика, отважному Уилфриду Айвенго. Узнав об этом, лорд Седрик выгоняет сына и лишает его наследства. Спустя время Айвенго в облике странника возвращается на родину после крестового похода, где он сражался вместе с королем Ричардом. Он принимает участие в рыцарском турнире, побеждает, но получает сильное ранение. Леди Равена узнает в отважном рыцаре своего возлюбленного. Раненого Айвенго выхаживает дочь Исаака, красавица Ревека. Она влюбляется в юношу, но его сердце давно занято. Герои отправляются в путешествие и оказываются в плену. Им на выручку приходит король Ричард, которому удалось спастись из плена. Айвенго женится на Равене и верно служит своему правителю, занявшему законное место на британском троне.